самый трогательный момент – возвращение домой, а уж тем более с войны. Скульптурная композиция «Возвращение героя» появилась в микрорайоне «Крутые ключи». Прототипом стал герой Советского Союза Иван Финютин. Но памятник посвящен всем, кто воевал и вернулся на родную землю. У меня отец – герой войны, орденоносец, все. Он уже умер, но ему очень нравился праздник Победы. И вот в память его и многих его товарищей, и всех участников, конечно, это очень замечательная память, если каждый сможет хотя бы, ну, рядом постоять с таким памятником и поклониться нашим отцам, дедам. В годы Великой Отечественной войны из Куйбышева на фронт ушло более полумиллиона человек. Почти каждый второй из них не вернулся домой. Героями Советского Союза стали 233 куйбышевца и 36 полными кавалерами Ордена Славы. В эти дни давайте вспомним каждого из них. Давайте задумаемся о том, что сделали эти люди для того, чтобы сегодня мы жили на этой планете, могли отмечать праздники, веселиться. В одном из самых молодых микрорайонов Самары «Крутые ключи» – это уже второй памятник, связанный с Великой Отечественной войной. В декабре здесь открыли монумент боевой славы «Танк Т-34». Здесь очень много молодых семей, очень много детей. А это значит, что памятники, посвященные тем великим знаменательным годам, будут воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и высокой нравственности. После открытия скульптуры «Возвращение героя» почетные гости и жители микрорайона возложили цветы к монументу боевой славы «Танк Т-34». Павел Баймаков, Полина Матвейшина, Павел Пресняков. События.